Друзья, привет! Я вновь рада приветствовать вас на своей кухне. И сегодня хочу предложить вам приготовить тортильоне с томатами и базиликом. Для этого нам потребуется минимум ингредиентов, и готовится все очень быстро и просто. А главное, на выходе получается очень вкусно. Итак, для этого блюда нам потребуется тортильоне. И так как я девушка запасливая, у меня очень много различных заготовок. Вместо томатов, вместо томатной пасты я использую мечу. Домашние заготовки. Ну что, начнем готовить? В подсоленную кипящую воду опускаем пасту и постоянно помешиваем. Тем временем на раскаленную сковороду опрокидываем мечу и продолжаем помешивать. Бурлящие томаты вывариваем пасту, как только она будет готова. И все перемешиваем. Рецепт этого блюда достался мне от моей подруги итальянки. У меня была возможность увидеть весь процесс воочию. Она пришла ко мне домой, принесла все нужные ингредиенты, которые привезла с собой из Италии, и непосредственно готовила на моей кухне. Вы не представляете, что со мной было в тот момент. Вся моя кухня была в томатной пасте. Это стоило того, потому что то, что получилось на выходе, это было просто не описать словами. А дальше красиво выкладываем на блюдо, посыпаем пармезаном и зеленью. Всем приятного аппетита! Надеюсь, вы тоже порадуете себя такими вкусностями. И до новых встреч!